Итак, всех приветствую. The Magic Kingdom, Соединенное Королевство, по-русски. Были пожелания на канале, я выполняю их, потому что я же не просто так вас прошу писать о том, что бы вы хотели глянуть и посмотреть на канале из тех игр, которые, может быть, давно у нас были, но давно не выходили в роликах. Значит, ну здесь много обновлений было, в том числе вот добавилась вот новая локация. Соответственно, сейчас глянем. Здесь небольшие диалоги. И дальше пойдем. А сразу вам скажу, видите, тут добавилась такая тема. Вот сейчас. Кланы. Ну, здесь это команда называется, вот, можно ее вступить, имея определенный уровень персонажа. Также здесь топ-игроки есть и синхронизация с аккаунтом Google, наконец. Но она была, просто факт того, что сейчас это стало уже более, так скажем, актуально. Вот. Ну, также здесь есть, как всегда, за донат, за покупку алмазиков, кристалликов и так далее. То, что касается новых земель, тоже они появились. Вот, видите? То есть, очень много нам предлагают здесь покупать за алмазы, за кристаллы, ну, в общем, за всю вот эту канитель. Очень много этих островов висит. И вообще всего-всего здесь добавили. У меня, конечно же, этого всего нету. По причине, что я очень давно не заходил. Но, как видите, здесь земли расширились. Ой. Вот, честно сказать, даже не ожидал, что такое будет. Ну да ладно. Реклама включилась просто. Много стало всяких ништяков бесплатных. Вот, это тоже не может не радовать. Что еще здесь добавилось? Сейчас проходит ивент, Атлантида называется, давайте его посмотрим. Ну, знаете, да, что традиционно здесь всегда есть какие-то ивенты проводимые. И вот их можно, соответственно, проходить, их можно рассматривать. Здесь... А, видимо, закончился ивент, да? Да, то есть... Не успели мы поучаствовать, ладно. Боксы. Магазин. В магазине понятно, все, овощи, фрукты для выращивания того или иного. Здесь у нас, по-моему, все то же самое осталось. Видите, надо вспомнить, давно не играл. Уже прям подзабыл, что к чему. Взорвался. Так, окей. Ну, какую-то часть награды все-таки забрали. Что-то все-таки осталось у нас. Здесь вот корабль, вот этот, что такое? А, ну это наборы. Ну, я понял. Так, еще что здесь есть получить? Ага. Вот, смотрите, все-таки начинается этот ивент. Как бы он, видимо, не прогрузился изначально. Вот, посмотрим. Это Атлантида. Ивент. Нам тут показывают, что нужно делать. Кого надо скрещивать. В принципе, мы и так все понимаем и знаем. Вот, эти яблоки, они служат как бы
энергией или ресурсом для открытия следующих локаций. Тоже прикольно сделано. И также мы можем этого чела накормить. Ну и здесь, соответственно, они открывают нам локацию. Собаки, яблоки, вишня. То есть, ну, вот таким вот образом происходит, собственно, преобразование. А помните, когда я еще снимал, были глюки, то есть постоянно выкидывало. То есть вроде работаешь на этой локации, и потом бац, тебя выкидывают в основном, и надо опять перезаходить. Вроде это убрали, то есть этот баг, теперь таких нету, косяков. Но есть, наверное, что-то другое. Ну что именно, сейчас узнаю. Так, ну, сейчас, во-первых, глянем. Так, а что этот куст делает? Яблоки выращивает, да? Ага, этот чел, он ест яблоки. Ясно все. Ну и мы можем открывать вот таким образом локации. Ну прикольно, кстати, сделано. Здесь нам опять предлагают задонат. Так, а есть? Ага, через просмотр рекламы. Ну не надо. Это нам не нужно. Так, кормить. Ну, вроде даже имеется что-то по энергии. Имеем. Давайте вот здесь. Так. А, ну здесь, смотрите, здесь нет временных рамок почти что. Ну, за исключением некоторых моментов. От 30 секунд, кстати, у нас это до сих пор тема работает, что бесплатно можно не ждать. Так, получаем. Ну, здесь, во-первых, открываем новую локацию. И сейчас самое интересное. Скрещиваем вот эти вот штуки. Так называемые вот эти вот бобы. Так, здесь сундук. Окей. Ну, видите, это все, в принципе, летит в опыт. Довольно-таки неплохо. А, в книге, вот, можно собрать подарки в виде золота. Ух ты, гениально. Яблоко. Ну, все это золото такое себе. Маленькое. В плане количества. Вот, ну а качество, понятно, исполнение здесь... В принципе, имеется. Ну, я имею в виду исполнение самого ивента и исполнение самого проекта. То есть это довольно-таки вообще неплохо. Вот, ну и соответственно, здесь вот такой вот момент, который должен, ну, непосредственно проходить, но в другом смысле, если у нас здесь проходит
ивент, и мы ничего не получаем, это, конечно, печально, потому что, вот, допустим, ну, на примере Империи Пазлов, да, кто играет, знает. Если вы там участвуете в каком-то ивенте, вам утешительную награду дают, даже если вы до конца не проходите какое-то событие. Здесь, если вы событие не проходите, вот, грубо говоря, потратили все ресурсы, ну, вложились, можно сказать, здесь, ну, до конца, допустим, не открыли вот локацию, сундук не получили. Все. Никаких утешительных наград, никаких там призов. С этой точки зрения обидно. Вот, ну а с другой стороны, здесь можно всегда посмотреть рекламу, можно всегда чего-то ускорить. Ну и, соответственно, вот это ускорение, оно будет давать эффект той или иной награды. Ну, получение той или иной награды. То есть это, конечно, здорово, это, так сказать, в плюс идет. Ласты. А ласты вообще для чего нужны? Ничего не понимаю пока что. Ласт, трубка, максимальный уровень. Ну, тут просто надо понимание. Вот. Ну, давайте, ладно, пока там все это организовывается, строится, надо тогда попробовать. Ну, попроходить, что ли. Да, попробовать. По... Подобывать. Ага, клубника. Очень, конечно, много тут всего лежит. Хочется, конечно, так все совместить красиво, но пока что-то не получается. Вот, ладно, монеты, понятно. Вот это я не знаю, кстати, что за шайба. Я бы так сказал, неизвестная какая-то тема. Здесь свитки, купоны, ну, в общем, видите, что вполне себе, так сказать. А, ну, давай сюда поставим. Здесь монета, на самом деле, выпала, но она особо не канает. Здесь... Ну, давай вот эти ростки соединим. Металл здесь, конечно, тоже не в тему лежит. Тыквы. Это джин. А, теперь, короче, джин. Вот оно. Джин. Ну да бог с ним, как говорится. Давайте побьем его, что ли, я не знаю. Дровосека. Ну тут много у меня, в принципе, есть вариантов для дальнейшего развития. Бревна есть, какие-то новые вещи, которые, в принципе, даже и никогда не видел, не слышал. Ну, ладно. Вот. Какие-то ключи бесконечные. Это что-то наподобие снега какого-то, я даже не знаю. Лед, ледяная глыба. Видите, что-то новое выпадает, какие-то новые артефакты. Пока что непонятно тоже, для чего они, как.
Но я думаю, что такой вот давно выпуска не было, из-за этого я уже тут, конечно же, в таком затупе. Не понимаю, что к чему, ловлю некоторые тормоза. Но это нормально, особенно для тех, кто, как и я, давно не гонял. Так, 20 энергии выбили. Неплохо. Ох-ох-ох. Ладно, в общем, напишите, что думаете, как вообще здесь дальше двигаться. Я, наверное, буду завершать. Ну, в дальнейшем я говорю, что мы будем вот здесь, конечно, проходить, строить вот эти локации. Но для этого нужно очень большое число ключей. Прямо неимоверное число. Ну, будем стараться, чё. Чё ж поделаешь. Не знаю, выпала какая-то шляпа. Очень много непонятных, конечно, предметов выпадает. Эти предметы, в принципе, с одной стороны, позволяют нам получать, а с другой стороны, не позволяют. Вот, ну еще можно вот этих, конечно, деревьев замонтулить. Пробить. Все, у меня пришли к тому, что закончились ячейки. Прикиньте. Больше места здесь нет. Ну и ладно. Значит, можно со спокойной душой, в принципе, завершать. Всем спасибо за просмотр. Ой. Ну, давай вот это соединим, посмотрим, что дадут. Какие-то мечи дали. Всем спасибо за просмотр. Всем желаю, конечно же, удачи, успехов. Надеюсь, этот проект, кто просил, обязательно посмотрит. Ну а мы уже начнем непосредственно трудиться в следующих проектах, смотреть вообще, что к чему. Будем стараться. Я буду, точнее, стараться радовать вас новыми проектами. И только вперед. Пока-пока.